Оделся, выходим. О, это мне на 23-е внуки подарили, вон какие рисунки. Главное, вот она. Видите, и клеймо вывели. Ну что, пошли? Выходи. А тут завистники, знаешь, завистники сразу же. Так, Марсюнчик, Марсюнчик. О, замерзла дверь, быстрее. Вот умничка. Все, сидишь в машине. А вот и бумеранги едут. Что везете? Да вот, заготовочки. Вот какая интересная конструкция. Бумеранги, да? Все. Ну идите. Идите. Марсик уже там, я сейчас приду. Возьму ключи от ворот. Ну все, оставайтесь. Ну сколько напутствий. Мирка. Конечно, Марсик не понимает, зачем мы должны сидеть и почему мы не едем. Как ему объяснить, что хозяйка пошла? Пошла. Ну, ходит она там. Ну, забыла о нас она. Ну, прошло-то всего 3 часа. Ну, что тут? Иди назад. Иди, Марсюнчик, иди. Иди там отдохнешь. Иди на заднее сиденье, там полежишь. Давай. Земляне, вот я переключил камеру. Видите, вот я стою на горе. Вот сейчас я поверну, я делаю панорамную съемку. Сейчас. Где-то там внизу будет Виктория. Помаши землянам ручкой. Вик. Вика. Вик. Помаши землянам. Землянам помаши ручкой. Не слышит. Ну, в общем, вот, видите, опять я возвращаюсь. Переключаю камеру. Вот такой закат. Смотрите, как он освещает. О, как. Просто какое великолепие. Конечно, закат не новость, не редкость. Выйду на улицу. Но все равно завораживает. Вот. То солнце необычно взойдет. Смотрите, как он освечивает. Вот. Это уже от стекла. А вот, вот он здесь, закат такой. И вот что интересно, закат никогда не бывает одинаковым. Он всегда бывает разным. Вот сегодня он такой. Вот закат, видите? Смотрите, как вот он отражается в стеклах. И он раскрасил кухню. Раскрасил окна. Вот такой художник. Просто необыкновенно все. Это моя тень. Вот, я выключил свет. И любуюсь. Вот так светло. О, как красиво, видите? Ну, может быть, кто-то скажет, ну, что здесь такого? Ну, не знаю, я всегда вот любуюсь и радуюсь таким маленьким вещам, необычным. Ну, скажем, все равно необычно. Все равно как-то вот не так. Не так, как должно быть, так скажем, да? Так, что ли? Вот, видите? Ну, что-то такое вот, что-то необыкновенное. Вот это необыкновенное меня привлекает. Я с
стараюсь видеть во всем что-то необыкновенное. Вот, лучик света заглянул, стало на душе тепло. Марсик, вот решил тебя дрессировать. Да, ты у нас не дрессированный. Лапку не даешь? Лирик, дай лапку. Дай лапку. Видите, как он дает лапку? Дай лапку. Лирик одно время даже и вот так машет. Лирик, лапку дай. Ну, давай, давай. Марсик, отойди. Лирик, да не может, дай лапку. Ну, в общем, Лирик как-то может давать лапку, он, видите, он. А Марсик вообще лапкой никак. Никак не это. Марсик. Марсик, все, начинается. Марсик, я уже вижу. Марсик, я уже понял. Разъединитель. Марсик. Так, недалеко до драки. Все, Марсик, фу. Что-то видели? Лирика погладил. Все, уже тут опускался. Разъединитель. Все, теперь мерка на него. А тут, короче, бульдоги такие, что... Ни в коем случае, надо идти куда-то. Все, я ухожу. Видели, что происходит? Я спровоцировал. А это его хочет оседлать. А Марсик держит лидерство перед Лириком. В общем, тут иерархия такая. Лирочек, иди-ка в будку, прячься быстрее. От греха подальше. Так, а вы успокойтесь. Марсюнчик, готовься. Буду тебя вечером дрессировать. Все, пошел я готовить реквизит. Ну что, вечером, Марсюнчик, дождись вечера, все. Марсюнчик, ну смотри, я вот тебе даю колбаску, да? Вот, видишь, ну ты мне за это должен дать лапку, Марсик. Лапочку давай. Давай мне лапочку. Нет, мне лапочку. Марсик, ну что ты отодвигаешься от меня? Марсюнчик, опять еще раз повторяю. Вот тебе колбаска. Вот лапочку. Давай лапочку. Да морда, я ж лапку снимаю. Марсюнчик, мне надо отойти как-то. Нам надо, знаешь как? Или ты мне тогда снимай. Ну что, я вот руку протягиваю, приближаюсь, а он это... Так, пережить. Ну, ну что, осталась одна попытка. Когда ж ты уже научишься? Марсюнчик, Марсюнчик, ну, ну сделай, пожалуйста, лапочку, ну, пожалуйста. Ну, Марсюнчик, ну, прошу тебя. Марсюнчик, ну, жалься, ну, уже и колбасы нет, уже, ну, сколько можно, Марсюнчик. Ну, ну, давай, ну, дай лапочку, дай лапочку. Марсик, дай лапку. Марсик, лапочку, ну. Марсик. Ну, жми лапку, чё ты? Марсик, дай лапку. Дай лапку, вот, 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 молодец. Вот мы научили. А ты у нас просто больше колбасы нету. Вот, земляне, вот что понадобилось, видите. Надо было сразу привязать. Надо было сразу привязать. Ну, давай еще раз попробуем. Бери. Давай, жми лапку. Дай. Дай лапку. На тебе, посмотри. Вот, да. Вот. Вот так мы научили Марсика подавать лапку. Какая у нас умная собачка, Марсик, да? Как он легко поддается дрессировке. Всего-навсего такую вот мисочку съел. Колбаски. И научился подавать лапку. Марсюнчик, ты у нас звезда. Ты только веревочку не этот самый. Никуда не девай, Мирку будем учить. Лапку давай. Хорошо? Да. Вот какой закат. Ничего себе. Передаст ли камера такую красоту? Я невольно достал фотоаппарат и вот снимаю. Просто это редкое явление, когда так солнце. Просто огненный яркий шар, который мгновенно садится. Сейчас уже через минуту-две этого зрелища уже не будет видно. Вот попытаюсь. Я, конечно, еду тоже
туда же, куда и солнце уходит. Но солнышко быстрее уйдет. Смотрите, не пройдет, наверное, минуты, как исчезнет это великолепие цвета и света. Вот и все, уходит, уходит. Но еще видно. Конечно, глаз больше воспринимает, чем камера. Ну, вот мне удалось такое увидеть. Я делюсь с вами, земляне, этой красотой. Потому что наверняка каждый видел из вас такое, но не каждый успевал это запечатлеть. Видите, прошло всего минута, и уже этого ничего нет. Ну вот еще кончик чуть-чуть я захвачу. И все. Видите, как быстро оно уходит за горизонт, солнышко. Остается только вот облака освещенные. Все. Александр Док, глаза человечества. Они, надо там написано под 20 сантиметров. Ну, а тут примерно 20, ладно. 10 у вас, Марсик, убери рыло. Быстрей, быстрее взойдут. Вот Марсик мешает, ну, он не мешает, он помогает. Хватит. Мирка, Мира. Марсик. Это знаешь, как называется? Как это называется? Ой, червячок, бери на рыбалку. Я какой хороший. Дай. Сейчас он сожрет. Уже сожрал? Дай мне червячок. Отойди. Вот он. Червячок на рыбалочку. Бедровый. Где? Не знаю. А там вода. Давай его отпустим. Картошку кидай. А, червячка. Картошку, да? Точно. Ай, кажется, сюда. Вот так. Все, все, все. Уйди. Все, ползи, червячок. Он к деткам пополз. У него там маленькие детки. И он поехал, поехал. Марсик, а я слышу буль-буль. И что ты сюда залез? Что ты тут? Вот ты еще залез. Ну-ка вылазь быстрее. Марсик, ну-ка иди сюда, иди сюда, иди, иди подбоди, я тебя схватить не могу, ну-ка. Не лето еще, не ходи туда, сейчас хворостины надаю. Хотел уже видео закончить, слышу, всплеск, всплеск, фильм такой есть, всплеск, а он уже там. Шипи. Ничего мне шипи. Шипишь и вон детишки слушают классическую музыку, а ты мешаешь восприятию. Они же очень чувствительны. Мирка, не отвлекайся. Приучайся. Так сидели хорошо. Марсик, он глянь какой. Задумался. Марсюнчик, о чем ты думаешь? Мирка, а ты о чем думаешь? Как бы мне на голову залезть. Ну и что, дальше куда? Дальше уже вот. А Марсюн-то, Марсюн. Вот истинный поклонник классической музыки. А это поклонник, он жвачем быть, рвать, метать. И что это? Все, баба с воздух. А были легче. Да, Марсинчик? Что-то на нас кубик разгалкался. Кубик, кубик. Что ты? Ты ему дашь потом прикурить? Ну, какой кубик? Мы же не к нему едем, а к себе домой. Разорался этот кубик.
Да, Марсенчик? Его не берут, наверное, кататься. Вот он и завидует Марсику. Да я бы сам поехал, но без Марсика как вот выбрать муку? Марсенчик мне посоветовал, какую взять, выше или ниже сорт. Он говорит, хозяин, не мелочись, бери высший сорт на пельмени, лучше не придумаешь. Так, приехали. Ну что тут нас встречает? Кто нас тут встречает? Лерочек, вон Мирочек. Ну-ка, где тут они? Команда. Давай. Вот так. Мирка, где ты? Мы тебя видели. Все. Марсенчик. Марсенчик, а муку-то кто будет забирать? А? Александр Док? Пельменчиков поедим сегодня. Ах, красота. Ну, ладно. Вы бывайте, а я пошел. Понесу муку. Да. Все, Светя, привет. Приезжай к нам в сад. Хорошо. Как расплудятся баобабы твои там. Приедут. Приезжайте. Собирайте урожай. Ага. А мы пошли дальше. Земляне, мы проехали много красивых мест, но сядет кто-нибудь здесь, вот. Все засрали, все, что можно, блин, все. Вот таких мест мы проехали около 10. Красиво, вот ивушка, посмотрите, как здорово, водоем. Даже, ну, здесь немножко есть мусора, но это кирпичики. Какой склон красивый, все. Ну вы понимаете, садиться здесь, и вот вокруг тебя вот это вот, и вся планета такая. Ну я не скажу вся планета, по крайней мере у нас в стране этого дофига. Вот и все. Но мы не можем это убрать, у нас мешков столько нет. Вот и все. Эх-эх-эх-эх-эх, как жалко. Какое красивое место. И вот, когда видишь вот эту вот срань, единственное, что меня утешает, еще раз повторяю, смотришь вот сюда, а здесь чисто и хорошо, вот где еще не засрано. Космический мусор есть. Есть космический мусор, Вика кричит. Но, по крайней мере, вот между космическим мусором и землею вот есть чистое место. Грустят. Чувствует, наверное, что их отвезут в приют. Вон какие. Марсик, даже он слезу пустил. И Мирка, Жорик вообще запечалился. Ну, что поделаешь, ну дерутся. Да, и мне больно тоже с ними расставаться. Ну, в общем, вот я уже подъезжаю сейчас к приюту, буду заходить. Что вам? Здравствуйте, тетенька. Здравствуйте, дяденька. Это приют для бездомных, нет, для домных собачек. Да. Вы примете? И вас приму, дяденька. Да вот как хорошо. Гаражик поселю. Вместе с собачками, да? Значит, на всех ваших. Значит, можно привозить собачек, да? Они уже сами приехали. Они уже приехали? Да. Ну все, забирайте их. Иди, Марсенчик. Иди. Иди, Жоржик. Все. Жоржик. Идите, все, приют. Забирайте их, приют. Жорик, быстрее. Все, сдал всех приют.